Детский музыкальный театр «Алле Драмс». Игра на барабане как развивающая образовательная технология. В чем уникальность исполнения? Какие перспективы открыты перед коллективом? Концертная и конкурсная деятельность «Алле Драмс». Смотрите программу «Город С» 10 апреля 18:15. Гости в студии Елена Ананьева, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, художественный руководитель образцового детского музыкального театра «Алле Драмс».